Всем привет, меня зовут Макс Брант, и сегодня на лайв-канале кто у меня? Я. Никита Петряев, который на основном канале дует такие огромные пузыри. Кстати, скоро третий финальный выпуск, где мы собрали самых крутых чемпионов по надуванию пузырей. И сегодня мы пропробуем на вкус Rainbow Nerds, это конфетки. Обещаю, что они кисло... сладкие, в общем, потестируем. Скажу честно, я их вообще ни разу в жизни не видел. Ой. И, стоп, они там неаккуратно упакованы. Скажу честно, что неудобна упаковка. То есть, я думал, в каких-то ячейках. Я думал, вот так. Да, оно как просто... Ну, блин. То есть, ну вот, минус упаковки, то что... Это вообще как... Окей, давай выделим цвета, для того, чтобы понять, один у них пузырь или нет. Давай. Так, Все. Четыре цвета. Нет, вот здесь еще нет желтого. У меня раньше нет. Тут пять цветов. Фиолетовый, зеленый, оранжевый, желтый и розовый. Фиолетовый пробуешь, давай. Ну, вроде что-то кисленькое, да? Там внутри кислота. Да. Вкус непонятен, только маленькая пропорция. Ты какой попробовал? Все поняли. Эй. Не, они все-таки отличаются. Ну да, там естественно это клубничка, яблочко, апельсинчик и черная смородина. Здесь написано, нужно вот так вот типа. То есть я так понимаю, как горсть? То есть, ну да. Давай попробуем горсть. Давай попробуем горсть. Норм? Аскорбиночка пошла. Так круче. Реально скорбиночка пошла. Ну, смотри, ты как думаешь, сколько стоит эта упаковка? Ну, судя по тому, что она реально необычная, ее нигде нету, ну, рублей 150. 400. Сколько? 400 рублей стоит эта упаковка. 400, кому? 150 стоит один вкус, вот такая пачечка. Да ладно. Да, такая пачечка стоит 150 рублей. Не стоит он того, вот серьезно. Именно, я про то же хотел сказать, что, то есть, неудобная упаковка, обычный вкус, как и, я думаю, что в обычная России... скорбинка, реально. В России можно найти кислые конфеты с такими вкусами, ну вот серьезно. Серьезно? То есть, тут как бы... Это на столе, что самое интересное. Ну, это бренд, made in USA, то есть, как бы оттуда все привезено, но это не стоит 400 рублей. Вообще не стоит. Прям ни о чем. Если увидите, то, знаете, это покупать не стоит. То есть, это опять же и вкусно, и прикольно, но не настолько, чтобы это столько стоило. В общем, ребятушки, это был экспресс-отчет о продуктах. Ставьте лайки. Подписывайтесь на все каналы. Да. И скоро на Никиткин канал скоро будут жвачки. Ты что хочешь? Угу. Давай. Раз купили, все равно надо пробовать. Ну так